Привет! А мы сегодня с Афонькой открываем такую большущую куклу. Куколку зовут Марис Николь. Вот. Где она? Вот она. Вот она, видишь? Написано. Давай, открывай коробку. Ты какая кукла! Ух ты, какая! Какая кукла! Это что такое, София? Домра. Домра. Мандарин какой-то. Мандарин. Покажи мандарин. Мандарин. Покажи мандарин. Покажи. Вот какой. Ух ты. Какая гитара, да? Открой курёчек. Что там в курёчке? Вот отсюда надо было. Это что такое? Не знаю. А это, по-моему, это крылья от ангела. Мы сейчас посмотрим. Положи пока что рядышком. Теперь у нас кукла сама. Давай, доставай куколку, сердечко. Ой, какая большая. Ух ты! А это что такое? Это подставочка для куклы. Давай, я беру коробочку. Да. Вот кукла наша, и она... Подожди, а ножка. Что у нас на кукле? Посмотри на ножку. Смотри, она сама стоит на ножках. Да, там ножку нужно убрать. Давай, посмотрим. Что там нужно убрать? Нужно убрать коробочки, да? Доставай коробочки. Не могу. Давай, аккуратненько, потихонечку, давай. Нужно вот так вот это раскрыть, да? Ставим коробку. А я пока поиграю. Вот так. Вот носки. Угу. И вот так вот, может, она с носками. Ой, какие холодные. Да, холодные ножки мне, да? Да, может, ее... У нас вот такая вот дама, да? Да. А еще что? Надо с волосиков. Вот у нее сеточка, видишь? Давай берем ей сеточку. Подожди, да, аккуратненько. Давай. Ой, какие у нее, смотри, какие длинные волосики у твоей куколки. Да, думаю, что ее зовут Девочка. Ее зовут Девочка? Хорошо, давай поставим девочку на подставочку и будем смотреть, куда же эти крылья должны. А поверняйте сюда, я покажу. Думаю, как бабочка. А, еще попытаюсь. Думаю, как она бабочка. Я думаю, как бабочка? Да, думаю, как она бабочка. Сейчас посмотрим. Вот какая у нас красивая кукла получилась. С такими рукавами. Да. С таким, подожди, с таким волосом длинным. Вот какие у нее косички красивые. Да. Давай мы сейчас сделаем ей крылышки ее приделаем, да? Где же крылышки должны быть? Сзади. Сзади, да? Ну-ка давай посмотрим, сзади они или нет. Как их делать нужно? Подожди. Как-то их вот так нужно вставлять. Наверное. Ой, тут целая... Тут у нее такая одежда. У нее... Ты знаешь, Софичка, что у нее пиджачок снимается? Что? Пиджачок можно снять. И посмотреть, куда же... А, не можно снять. Почему? Вот такой, ну, потому что там у нее тело из материала сделано. Так, а крылышки, я думаю, вот нужно, наверное, вот сюда, Софичка. Ухо прилетело. Ухо прилетело. Да. Наверное, хочет с нами быть. Ухо хочет с нами быть? Ну, так позови ее в гости, скажи, давай приходи к нам, ухо в гости. Вот так, я думаю, что все-таки вот эта палочка, думаю, она где-то должна быть вот здесь вот. Я думаю, что я и так скрёт. И так скрёт. Подожди-ка. Думаю, что это... В ручку не помещается эта гитара, Софи? Должна поместиться. Кукле в ручку гитара не помещается? Помещается, думаю. Думаешь, помещается? Да. Попробуем? Вот, смотри, волосик на пределах. Так, что-то у нас здесь с подставкой не то, Софи. Как же это? Или подставка, или у нас что-то не то было. Вот, смотри, какая моя. Что это за кака? Вот такой вот, такие крылышки у куколки у нас. Да, вот. Она может летать даже. А почему она может летать? Потому что она ангел, да? Потому что у нее крылышки есть, и она ангел. А надо теперь еще засунуть ей ручки, попробовать... Мандарин или что это? Мандарин. Это гитара. Гитара. Это гитара. Гитара это? Да. Это гитара. Вот так.
Ох, такая красивая куколка, да, Сафон? Да. А как ты... Смотрите, что у меня еще есть. Как ты ее назовешь, Сафон? Ангел. Ангел ты ее назовешь? Да. Папа, смотрите, что у меня еще есть. Ну, достань, достань. Достань, покажи. Мисс Брокколи. Это мисс Брокколи. Брокколи? Мисс Брокколи. Привет, я мисс Брокколи. Мисс Брокколи, сиди здесь. Ай! Пусть на столе лежит. Мама поиграла. Работа для папы. Приклеить палец. Мама поиграла. Что это упало, мам? Мама, что это упало? Right. Что это упало, мам? Мам, что это упало? Пальчик у куклы отвалился. Почему? Ну, такие куклы бывают. С отваливающимися пальчиками. А где? Покажи. Ой. Ну, папа приклеит. Приклеит. Вот такая мама у нас. Мама поиграла. Мама поиграла. Ура, мама поиграла. Доигралась, мама. Красивая кукла. Да, это красиво. Я хочу ее посмотреть. А что у нее на голове? Это цветочек. Веночек? Да, веночек. Не блиночек, а веночек. Веночек. Такая красивая. Моя кукла. Твоя кукла.